хотели оплачивать за коммунальные услуги напрямую компаниям, поставляющим услуги, или через жилищное хозяйство? Мне все равно, кто услуги будет предоставлять, главное, качественно и вовремя. Без разницы. Главное, что как оборовывали, так дальше будут оборовывать. Будет там одна, два там юрлица между нами стоять. Это не принципиально. По старой привычке на почте и все. У нас сейчас приходят за коммунальные услуги 3 квитанции. Пожилым людям это просто ужасно, они все время жалуются. Они не могут понять, за что платить. Жилищное хозяйство – это посредники. И тут большие, по-моему, недоплаты, поставщикам. Прокуратура города Уфы выдала предписание о необходимости заключения договоров по сбору денег за газ через управляющие компании. В настоящий момент сбор денег осуществляется нами напрямую, по прямым договорам. То есть граждане платят напрямую нам за газ. Прокуратура же хочет, чтобы это было через управляющую компанию. Мнение прокуратуры поддержано Верховным судом. Мы обязаны их выполнять. Управляющая компания платит за ресурс. Ресурсоснабжающие организации, а жители платят в управляющую компанию. Часть управляющих компаний не всегда вовремя перечисляет денежные средства в ресурсоснабжающие организации. Есть также ситуации, когда у нас заключены договора с управляющими компаниями. Жители исправно платят деньги в управляющую компанию. Управляющая компания к нам оплачивает, но не в полном объеме. Часть денег куда-то растворяется. Был отключен дом полностью от системы газоснабжения из-за того, что управляющая компания с нами не рассчитывалась. Порядка 2 миллионов растворилось в неизвестном направлении. Ну, для справки хочу сказать, что по городу Уфе задолженность управляющей компании, значит, составляет более 600 миллионов рублей, из которых 520 миллионов рублей – это задолженность 8 крупных управляющих компаний районов города. Целое сообщество управляющих компаний прямо говорили: да уберите вы от нас ваши коммунальные услуги, дайте нам заниматься вот непосредственно жилищными услугами. Мы тоже считаем, что прямые расчеты – это действительно прозрачная работа. И нет, допустим, каких-то претензий к управляющей компании со стороны энергосбытовых компаний. С теми абонентами, с кем заключены договора на сегодняшний день, они не расторгнуты. Мы не можем сразу же вот передавать этот ресурс. Я по закону не имею права расторгнуть договор с абонентом. Расторгнуть договор может только абонент. Это желание жителей, как и с кем работать.